Пробуем винишко вот такого вот названия. Ставим штопор. Пробка не натуральная. Это сразу видно. И мне это не нравится. Так, салатик купленный в кулинарии. Так, винишко называется Comte de Mauriac. Blanc Moyo. Это полусладкое. Или полусухое, не знаю. Так, внимание. Comte de Mauriac. Не кислая. Хорошая. Для женщины вообще отлично. Рекомендую.